1849 году Хьюз познакомился с Уолтером Деверелом, художником, дружившим в ту пору с Данте Габриэлем Россетти. Вероятно, не без участия Деверелла Хьюза заинтересовали работы «Отрочество Богоматери», «Лоренцо и Изабелла» и «Риенци», подписанные загадочной монограммой PRB и экспонировавшиеся на выставке Королевской академии. В следующем году в руки Хьюза через молодого скульптора Александра Манро попал журнал «Росток», выпускавшийся художниками, прерафаэлитами для популяризации своего искусства. Из журнала Хьюз узнал, что монограмма принадлежала художникам так называемого братства прерафаэлитов. Искусство прерафаэлитов потрясло Хьюза, придало его творчеству осмысленность, очертило круг излюбленных сюжетов. А знакомство с Уильямом Халманом Хантом, Россетти, Фордом Медоксом Брауном и несколько позднее с Джоном Эвереттом Миллисом прочно связало Хьюза с прерафаэлитами. Особенно близким Хьюзу оказалось творчество последнего. Его, как и Миллиса, интересовало скрупулезно детальное изображение с натуры английской природы. Таково, например, незаконченное полотно Хьюза «Молодой поэт». О том, что идейная близость Хьюза и Миллиса в эти годы не случайна, можно судить по тому факту, что на выставке 1852 года в Королевской академии художеств экспонировались их картины с одним и тем же названием – «Офелия». Различная оказалась судьба произведений. «Офелия» Миллиса сегодня считается одной из самых прерафаэлистских картин за всю историю движения. Тогда как «Офелия» Хьюза с самого начала осталась незамеченной критикой и публикой, что отчасти объяснялось ее неудачным расположением на выставке. Хьюз был особенно опечален тем, что его картина плохо повешена, что не умаляет ее достоинств, на которое первым обратил внимание Миллис. По словам Хьюза, Миллису пришлось встать на лестницу, чтобы рассмотреть его картину. Картина доставила ему больше удовольствия, чем любая другая картина на выставке. Это было особенно любезно с его стороны, поскольку он знал, что я был разочарован в месте, которое моя картина занимала, отмечал Хьюз. Интересно, что на той выставке экспонировалось полотно Генри Нельсона О'Нила под названием «Сцена из Гамлета. Король, королева, Офелия и Лаэрт». Иными словами, многочисленные обращения художников к теме шекспировского Гамлета констатируют популярность темы в английской живописи. Существовали традиции трактовки темы, заключающиеся в сочетании трагизма с соблазнительностью. Хотя, казалось бы, для живописи это нонсенс. Любому сколько-нибудь популярному произведению должны быть присущи новизна и отличительные признаки. Отсюда ясно, что каждое воплощение темы Офелии рассматривалось зрителями чрезвычайно внимательно, а для художников подобные картины являлись этапными. Конечно, Хьюз был далек от глубокой символики Миллиса и прерафаэлитов. Его, быть может, в большей степени, чем Миллиса, увлекала пейзажная живопись, причем именно как фон, придающий основному повествованию своеобразный аккомпанемент, где каждая деталь подчинена главному. В отличие от Миллиса, Хьюз поместил Офелию в предзакатный пейзаж. Ее болезненная бледность, вдруг осветленная лучом угасающего солнца, кажется трагической. Природа и человек здесь нерасторжимо слиты. Чахлая березка, ловящая блики солнца, дуб, склоненный к пруду и поросший мхом, заболоченный прудик – все в природе, кажется, увядает, что соответствует состоянию Офелии.
По словам Миллиса, картина демонстрировала красоту чувства и живописи. Столь лестная оценка одного из основателей прерафаэлитского братства способствовала включению Хьюза в круг художников, близких к этому движению, но не способствовала финансовому успеху. Постепенно он занял среди прерафаэлитов свое место, поскольку нравился всем благодаря скромности и мягкости характера. Офелию Хьюз продал лишь в 1854 году человеку, обещавшему 60 гиней, но фактически заплатившему только 30. Через 6 месяцев этот человек перепродал картину за 60 гиней, что вызвало негодование у друзей художника. Вероятно, мягкость характера Хьюза сыграла с ним злую шутку.